Привыдись, сегодня у нас с тобой пролог одной замечательной игрухи под названием «Время на лягушачьем острове». Если тебе понравится, то мы поиграем в полноценную игру, если нет, соответственно, эта игруха пролетает мимо наших ушей и глаз. А вот и я, капитан своего корабля. Ох, ё, гляди, звезда упала! Посадил куст за штурвал и поплыли к звездопадному месту. Ой-ё, что это за странный остров такой? Короче, как мы выяснили изначально, кустик мой самый лучший друг, не разлей вода. Мы с ним даже спим походу в обнимочку. А еще я курю мыльную трубку. Не засыпай, бро, не засыпай! Сейчас же какая-нибудь ерунда произойдет. Ну еб... Перный театр. Заснули. А куст где? Куст стырили. Тамбо. Так зовут мой кустик. Я искал его везде. И в крабьих норах. И в деревяхах. Кстати, у крабов здесь два зуба, как у бобра. Опачки. А что это за следы, идущие от моего лагеря? Все понятно. Мы напали на след и будем сейчас вести свое расследование. Тамбо! Ванту! Ванту это следы по его общению, по его языку. Значит, я могу в этой игре что делать? А все, что захочу, это бегать, прыгать, поднимать и класть предметы. Ну еще этими предметами могу кидаться вот так вот. Вся животинка на этом острове тоже может со мной взаимодействовать. Например, вот звезды, вот крабики... Крабик, иди сюда. Полетел, иди скупнись. На корабле я сейчас, к сожалению, не смогу никуда уплыть, потому что у меня нет куста, который вот на подушечке должен был лежать. Что ж, берем вот эту вот приблуду. Давай, хватай ее. И пошли по следам. Посмотрим, кто мог украсть мой любимый куст Тамбо. Кустик, кустик. Я уже вижу, что там какой-то шаман или что. Тамбо! Я тебя нашел. Ах ты негодяй, ты стырил моего Тамбо? Ты стырил моего Тамбо? Так, подожди, он вроде безобидный, можно в него не шмантылять вот эту фигню, приблуду. Давай поболтаем. Он говорит, Тамбо святое, священное. Его принесла звезда. Звезда находится вон там, сможешь притащить мне? Типа говорит. В смысле я должен тебе звезду притащить? Ты офигел? Отдай мой цветок, это я привез его на этот остров. Ну, между прочим, тоже из-за звезды. Короче, понятно, переговоры чуть не удаются, он хочет от меня какую-то фигню. Сейчас я в него кину. На тебе! Недобрые переговоры. Но это ничего никак нам не помогло. Понятно. Он показывал нам в ту сторону, значит, да? Походу придется сделать с ним обмен. Идем, значит, за звездой. Окей. Я все равно плыл сюда ради звезды. Заодно и посмотрим, куда она упала. Что там, как там. Вот сюда. Это что такое? Это крабики или это девочки здесь нарисованы? Непонятно. Так, кости какие-то. Очень опасное место. Подожди. Может мне взять эту косточку, отбиваться? А... Дурень, зачем ты ее выкинул? Ну, видно, что у него стеклянные глаза, что он не очень такой интеллектуальный мальчик. Хотя, наверное, это не мальчик. Это уже подросток такой. Может быть... Нет, подросток не курит мыльную трубку. Это уже взрослый мужичок. Хотя неважно вообще. Мы идем за звездой. Ой. Короче, игра будет нас, походу, заставлять страдать. Страдать, потому что нужно везде будет прыгать, скакать и все такое. Вот где упала звезда, я нашел это место, нашел. Подбираем звезду, и она у нас в руках, она у нас в руках. Спрыгиваем отсюда, спрыгиваем вот так вот. О-оу. Она выпала из рук и разбилась. Понятно. Я понял, что лучше не прыгать свысока, мы не разобьемся. Но вот предметы, которые я несу в руках, да, они выпадают. Короче, когда я падаю свысока, предметы с рук выпадают. Все логично, поэтому надо очень аккуратно носить все предметы, которые очень хрупкие. Но я думал, что он не хрупкий, хотя смотри. Внутри такая какая-то сфера магическая. Там словно... Как это называется-то? Короче, спущусь вот здесь вот. Там словно вселенная. Хух. Я думал, сейчас опять... Упадет, улетит куда-нибудь этот шарик. Как бы нам аккуратненько спуститься? Тут есть возможность? О, вот сюда спускаемся. Потом по ступенечкам.
прыгать нигде ничего не буду. Тихо, аккуратно же надо быть. Тут прыгнем. Ух, пока все хорошо. Ну и славненько. Где эта жаба? Она реально жаба, блин. Это же Лягушачий остров называется игра. Ну, похоже, она на какого-то ящера. Почему у лягухи вон хвост есть? Ты видел каких-нибудь таких вот лягух? Хотя, это странная лягуха, она двуногая, ходит прямо линейно и еще и с хвостом. Короче, держи. Она ряда. Это старая лягуха. Говорит, круто, ты принес звезду. Ну все, я могу забрать теперь свой кустик. О, кажется, смогу. Чего? Время торговать? Ты понял, что он хочет? Он говорит, я тебе куст не отдам. Мне нужен камень для моего посоха. Ты его можешь найти вон там, в храме. Типа, дуй туда, притащи мне камень, и потом я отдам тебе куст. Ты обалдел? Так, я не вынесу это. Ты реально жаба. Ты зажмотил мой куст. Ладно, походу, у меня никаких других вариантов нет. Пойдем. А это что такое? Солнышко какое-то. Ладно, пускай здесь лежит. О, табуреточка, смотри. На острове явно кто-то еще жил до меня. Поставим здесь. Можно, в принципе, и запрыгнуть. Но, видимо, те, кто здесь жил, они сдохли. Либо их съели жабы. Потому что от них остались одни кости. Надеюсь, меня не сожрет эта жаба, если я буду выполнять все ее поручения. Игруха, по всей видимости, я так понял. Возьми, принеси, подай, отнеси. Вот так. Что, квадратик какой-то сюда нужно вставить? А что за квадратик? Какой квадратик? Квадратик. Какой квадратик? Пойдем поищем квадратик. Здесь у нас типа... Как это называется? Восьмиугольник? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестиугольник. Ну, ромбик, грубо говоря. А где квадратик найти можно? Мне нужен квадратик. Грибочки, смотри. Мухоморчики, но правда их есть лучше не надо. Давай выкинем. О, а здесь вот это что это такое? Нельзя выдернуть. Ладно. Ищем, короче, квадрат. Где-то здесь, на этом острове, должен быть квадрат. Какой-то странный. Вот. О, треугольник нашли. Вот треугольник с луной. А здесь есть что-нибудь? Доски какие-то. Смотри. А можно дальше куда-нибудь заплыть? Ой, я, походу, плавать-то не умею. Да, плавать я не умею. Крабы. Бобры. Крабы-бобры. Почему у них два зуба во рту, я не понимаю. Так, утопили одного крабика, но ничего страшного. А ведро можно воду набрать, интересно? Я появился рядом со своим кораблем, а что так далеко-то? Почему так далеко? Это непонятно. Так, хорошо. Где мы еще с тобой не были, где может быть квадрат? Надо сходить еще раз туда. Ну, в смысле, к тому храму и посмотреть, что за квадрат там. О, подожди, вот такие вот камни подойдут? Нет, не подойдут. Ладно, будем обрыскивать весь остров, по всей видимости. Так, еще раз посмотрю сейчас, точно ли там квадрат нужен. О! Теперь уже не квадрат. Подожди, может я с первого раза просто не разглядел, и там был не квадрат? Или... Ну не знаю, короче, какая-то ерунда произошла, меня может глюкануло. Солнце напекло, хотя я в фуражке. Так, значит, вот эту фигню берем. Вот, укололся, ой-ой-ой-ой, больно. Аккуратно надо быть. Давай, кинь ее и пошли. Кидай. Швыряй, кидай. Сейчас уже, наверное, ночь наступит. А там написано на этом алтаре перед храмом, что если солнце, то ты должен принести солнце ему, к храму. Если ночь, то ты должен принести луну, видимо, вот. Вот, видишь, что тут как-то так нарисовано. Вставляем сюда. Здравствуйте. Здравствуйте, я вижу там камень. Эл, ворон! Ты офигел? Это мой камень. Отдай камень. Я в тебя сейчас брошу уже что-нибудь. Эл. Да, плохо получилось. Поближе подойдем. А, не успел. Не вышло сбить. Хорошо. Наглая ворона. Вон она сидит. Вот так вот. А ну иди сюда. О, все. Она испугалась меня. Че, упалите? Так, этот камень, я надеюсь, он не разобьется. Давай кинем его куда-нибудь. Оп. Ну да, он выпал из рук и не разбился, слава богу. Я думал, все, что я буду таскать в руках, оно такое. Очень хрупкое.
Наконец-то я жабе сейчас принесу вот этот камень. И надеюсь, она отдаст мне мое деревце. Мой кустик. Тамбо. Блин, ну имя, конечно. Или это просто куст по-ихнему так называется тамбо. Так что напиши в комментариях, как ты думаешь, это имя куста или куст переводится как тамбо на их язык. Жаба. Эу. Жабья. Шаманка. Или жабий шаман. Держи. Я принес. Он очень рад. Наконец-то рубин у меня в посохе. Теперь я могу мучить всякие шаманские штуки. А что дальше-то? Тамбо мне верни. Что он делает? Чего? Ему нужны другие шаманы, типа, или что? Ты что делаешь, Эу? Верни мне тамбо. Так, я не понял. Короче, там три фигурки были. Одна из этих фигурок — это он сам. Кто-то и еще две каких-то фигуры там были. Да, то есть нужно еще двух шаманов найти или что? А, вот мы... Все, я понял. Я сел, он сел, мы медитируем с ним. Угу. Ой. Тамбо! Тамбо, хватай тамбо быстрей. Не-не-не, тамбо у меня в руках. Так, жаба, ты не обиделась? Он говорит, нужно солнечное время, чтобы... А, нет, все, солнце спряталось, и типа сейчас время для дождя, чтобы выросли растения. Он, короче, говорил, что на этом острове нифига не растет. Видишь, все деревья без листвы, все такое, ну типа остров пропавший. А твой куст, он позволит мне озеленить этот остров. Ну, посмотрим чуть позже, надеюсь, я сюда еще вернусь. А мы отсюда сваливаем нафиг от этой жабы. Мы разобрались, что за звезда упала. А, мы не можем уплыть из-за дождя. Нужно подождать какое-то время. Блин, подушка промокнет же сейчас. А чё ждать-то? Как нам быстренько перемотать время? Здесь есть такое вообще? Нам нужно подождать. Жаба. Чё делаем? Просто ждем? Я же не вытерплю. Слушай, а может быть мы в храм воткнем... Ням-ням-ням-ням. Там же и был еще камень такой лунный. Лягушьи лапки. А, я думал, это мы за то, что крабов разогнали, мне дали достижение. Но нет. Короче, мы вот тут вот виделись с тобой. А, подожди. Есть еще вот такая вот приколюха. Смотри, я прыгаю. Нет, не такая приколюха. Я как-то могу от предметов отталкиваться. Как-то не очень получается. Давай еще раз. Во-во-во-во-во, получилось. Давай краба возьмем. Я хочу запрыгнуть и забрать вон ту вот лунную штуку. Не знаю, получится у меня это или нет. Но попробовать можно, давай. Да, получилось, запрыгнул. А теперь прыгаем сюда. Забираем лунную штуку. Не-не, у меня. Блин, она льет-то так знатно. Опа. Тан-тан-та-тан. Надеюсь, нам это поможет как-то. Храм священный, кажется, и... А, нет. Так, не работает. О! Во! Ночь наступила. Нужно костер разжечь. Какой костер, блин? Какой костер? Когда на дворе дожди нальет. Так, ну хорошо. О, светлячки, смотри, появились. Гы, забавно. Погнали мы разжигать костер. Костер был... О, можно по кувшинкам прыгать? Забавно. Костер, короче, был... А это что такое? Я нашел пойло! Пойло! Потащили. Как раз ночью сейчас посидим у кострища и выпьем вот это пойло. Единственное, я не знаю, я смогу разжечь костер или нет. В такую погоду не очень крутую. Сейчас ставим пойло. Собираем древесину. Оп. Еще одну надо притащить. О, разожгли, прикол. Ну что, давай, наверное, теперь спать. Ложимся спать-ки. Под дождем как бы не очень. А, ну хотя там был навес у нас небольшой, по-моему. Да, вот, навес есть. Мы проснулись, жаба уже здесь. И смотри, реально, остров-то расцвел. Кусты какие-то, цветки появились. Офигеть.
круто. Он говорит, смотри, круто, все расцвело, зелено везде. Ну да, зашибись. Какие интересные цветки. Ой, я их взять могу. Как торпеда, смотри. И чё? Воу-воу-воу. Прикольно. Можно летать типа с ними? Жаба, что ты хочешь, скажи мне? Ему нужен подсолнух. Сможешь найти подсолнух? Я такой, а, все понятно, взять подсолнух и посадить его возле какой-то приблуды. Я эту приблуду где-то видел. Сейчас, минуточку. Минуточку. Где-то наверху была эта приблуда. Но я не знаю, где подсолнухи растут. Надо будет их сейчас найти. Подсолнухи. Возможно, подсолнух... Вот они, подсолнухи, смотри. Значит, берем. Берем подсолнух. Прыгаем сюда. И вот, да, вот здесь вот, по-моему, был. Да, вот. Вот здесь. Вот здесь. Садим его. Не кидай! Посади! Дурень. Еще один подсолнух вырос. Еще... О. Как интересно. Смотри, а как мне теперь попасть... Вот, опять квадрат. Опять этот квадрат. А как мне попасть в храм? Как мне попасть в храм? Почему он закрывается постоянно? Интересно, я здесь могу запрыгнуть еще разок? Без помощи всяких приблуд. Так, есть интересная штука. Хотел взять опять этот пропеллер, но нет. Я просто знаю, что можно достижение получить, попав в храм. Я тут посмотрел достижение, но почему-то сейчас список не открывается с достижениями. Типа расхититель гробниц. Если мы вот в эту гробницу попадем без помощи наших камней. Так, прыгаю. Опа, вот, запрыгнули. Вот, расхищение гробниц. Все, получили достижение, теперь мы свободны. Пойдем вниз, вон туда сходим. А, ну тут не совсем вниз. О. Хотя нет, можно и вниз. Только здесь как-то очень опасно. Так. Нам, видимо, нужно еще подсолнух куда-то посадить. Хотя пойдем к жабе сходим, она нам расскажет, что дальше делать. Она же у нас всевидящая жаба. Жаба! Вот, ты сюда пришла. Че, я все сделал. Он говорит, там должно быть куча подсолнухов. Или он вроде как доволен тем, что я сделал уже. Он счастлив, и что? Ну, наверное, все. Я сейчас еще сбегаю наверх. На самый верх. Посмотрю, нет ли там такой же деревяшки, куда нужно подсадить подсолнухи. И если нету, то мы отсюда сваливаем, с этого острова. И как бы все. И как бы все. Опаньки. Оп. Ну, по-моему, наверху не было ничего такого. Да и жаба вроде тоже счастлива уже. Блин, как мне нравится по кувшинкам прыгать. Просто капец. Вот и достижение получили. Прыжок в пруду. Вон туда еще как-то можно добраться, где звездочка лежит. На подиуме. Что происходит? Что-то встал перс. Просто взял и встал. Да е-мое, не запрыгни. Ну же. Опа, нет, тут, по-моему, ничего такого нету. А вот сюда можно запрыгнуть? Подожди. Это можно взять. Офигеть. И смотри, что делать. Стой, лови, лови, лови. Короче, мы на этом можем летать. Прикольно. Очень здорово. Куда он упал-то? Как параплан, знаешь? Зашибись. Все, походу, можно отсюда сваливать. Итак, мы нашли два новых растения. Это пропеллер, при помощи которого мы можем летать. И, собственно, вот такой вот... О, вот сюда еще можно посадить подсолнух. Кажется. Кажется, можно. Я нашел место для посадки подсолнуха. Сейчас я за ним схожу. Щу. Блин, балдежно. Так, а куда я подсолнух выкинул? Подсолнух. Ладно, давай отсюда возьмем его. Сядем его сюда. Ну, вот. Вот уже получше стало. Жаба! Жаб, ну все, у тебя все пучком. Да, вроде все счастливы, смотри. Смотри, тут, типа, этой жабе поклонялись. Все, он присел здесь. Он медитирует. Короче, понятно, все, можно отсюда валить. Все, эта жаба больше нам ничего не даст. И чтобы отсюда свалить, мы сейчас по-быстренькому вот так вот на пропеллере долетим. Давай, пропеллер, заж... Что-то пропеллер... О,
Юху, полетели, полетели быстрее, чё, все, сваливаем. Да, можно ехать. Погнали. Путешествие продолжается. Ништячок. Сейчас, походу, приплывем на другой какой-то остров. А, все. Ну вот, как бы... Это был небольшой пролог. А в полноценной игре мы приплывем на огромный остров, где ходит огромная куча лягух. И будем помогать им оживлять остров их, их город, как бы приводить в порядок. И если ты хочешь увидеть продолжение этой игры, то ты знаешь, что нужно сделать. Поставить лайк под этим видео, подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить другие ролики. Ну и увидимся в следующем видео. Так что до встречи. Пролог бесплатен, по ссылочке можешь его скачать и поиграть тоже.